Так, видосик снимаю по следам стрима, на котором упомянул о магнитных USB-разъемах, которые я активно использую, и очень они мне нравятся, но оказалось, что, в общем-то, не все даже знают, что это такое и для чего нужны, поэтому попросили рассказать, вот я что и делаю. Итак, магнитный USB-разъем состоит из двух частей. Вот такой вот переходничок маленький, который втыкается в ваше устройство. Значит, с этой стороны либо microUSB, либо Type-C, в зависимости от того, какое у вас устройство. И к нему кабель необходим в комплекте. Вот такой вот. Здесь обычный USB, который включается либо в вашу зарядку, либо в Powerbank. А здесь магнитный переходник к этому. Вот видите, он сильный магнит, вот он в таком состоянии уже к нему начинает притягиваться. Вставляется он очень просто, вот так, только соблюдая, как сказать, microUSB, они требуют правильной. Вставлю, вот очень просто, вот так вот, раз, и вы вставили в любое ваше устройство. Что дальше происходит? Вот у меня на телефоне этот разъем стоит. Так, сейчас надо взять Powerbank. Здесь на конце у нас есть индикатор. Он зажигается, когда к пауэрбанку подключается. А дальше все предельно просто. Вы просто подносите к телефону. Вот я за провод несу. И он сам туда включается. Видите? И телефон включился. Причем, какой стороной вставлять, неважно. Вот я сейчас выключу специально еще раз. Так, это не то. Выключаю. Сейчас поднесу другой стороной, без горящего огонька. Вот перевернул. Там, где логотипчик, кстати говоря. Ну ладно, не видно, бог с ним. Другой стороной. Оп. Точно так же включился. То есть, как на Type-C, расположение не важно, что очень даже удобно. Штука исключительно удобная. Вот. Исключительно удобно. Не надо ничего ловить вам, подлавливать. Удобно для тех, у кого тугой разъем, чтобы не бояться его сломать. Ну, поскольку это очень удобно, у меня везде стоят. Везде просто. Вот смотрите. Вот пульт. Это вот этой самой, как ее, ТВ-приставки. Тоже здесь стоит. Хоп, он сам к ней подключился. Пошла зарядка. Мигает. Вот клавиатура беспроводная, тоже маленькая. То же самое стоит. Оп. Сам включился. Ну, тоже лампочка зажглась. Пошла зарядка. Наушники беспроводные. Это мои домашние. Я с ними только дома. Ну, иногда на улицу. Тоже, чтобы туда тугой разъем не делать. Вот просто вот. Раз. И они сами подключились. Все. А, стабилизатор. Да, вот стабилизатор. То же самое, чтобы разъем лишний раз не дергать, тоже очень удобно. Вот, видите, все включилось. Вот, вещь исключительно удобная. Настоятельно рекомендую. Для чего нужна? Если тугой разъем, не хотите его, боитесь поломать, это ваш девайс. Если где-то в автомобиле стоит, то тоже на ходу там поймать этот microUSB, да еще нужной стороной, тоже проблематично. Здесь проблем никаких нет. Резкие всякие движения ни ваш телефон со стола не скинут. Вот, допустим, у вас он работает от зарядки, да, а кто-то там, проходя, или вы даже задели за провод, и если у вас USB тугой такой, то он можно со стола на пол, да. А здесь вот я сейчас просто дерну за провод, раз, и ничего не произошло. Провод просто отключился, а телефон остался на месте. Вот удобно. Штука безопасная. Специально взял ножик при подключении, так сказать, магнитным к ножу. Ничего не происходит. Абсолютно ничего не происходит. Замыкания никакого нет. Единственное, что нужно... Понятно, это понятно, что если у вас какое-то дикое количество металлической пыли, ну, не знаю, цех, производство какое-то, металлическая пыль, вот она, конечно, сюда примагнитится и будет нехорошо. Ну, в домашних условиях, по-моему, это нереально. Так что у меня они везде, настоятельно рекомендую. Даже вот на USB, на Powerbank, чтобы Powerbank сам заряжать,
Я соединил его сейчас. Ну, вот он тоже здесь. Видите? Так, маленький лайфхак. Магнит сильный. И если он у вас в части устройства ваше держится не очень сильно, то просто вот так вытаскивать... можно вытащить вместе с ответной части. Потому очень просто. Просто нажимаете вот пальцем вот так вот раз и отламываете без малейшего усилия. Это мой лайфхак уже. Вот. А если сам разъем слабо держится, тогда можно бумажку подложить, и она будет потуже. У меня тоже кое-где подложены. Вот по части надежности. Я говорю только за устройство Ugreen. Тут фокусировка, конечно, слабовата. Но, тем не менее, Ugreen. Ссылку я в ролике там оставлю на то, что я использую. До этого пробовал другой фирмы. Ну, в общем, не в восторге. Через полгода все, в общем-то, перестало работать. А вот этот конкретно у меня работает уже больше 2 лет. И при этом, ну, каждый день, я не знаю, ну, десяток, а может и 2 десятка раз я обязательно его включаю. И хуже он не стал за эти 2 года. Почему я так уверенно об этом говорю? Да потому что зарядка у меня идет через амперметр. Ну, знаете, то, что называется USB-доктор. Вот такая вот штуковина, которая показывает ток, который потребляет USB-устройство. Вот. И, в общем-то, ток не уменьшился за эти 2 года. То есть контакты не деградировали. Есть ли потери на них? Ну, конечно, есть, но они, в общем, несущественные. То есть вот мой хороший провод напрямую, без магнитной зарядки, зарядка примерно 1,2 ампера идет. А через вот этот провод магнитный ток, ну, где-то 1,1-1,15. Вот. Так что это совершенно мизер. Так что вот, рекомендую, штука очень хорошая для тех, кто... заботиться о безопасности своих разъемов, находящихся внутри ваших девайсов. А также очень удобно. Очень-очень удобно. Просто все само происходит. Видите? Вот я... Оп, и он сам присасывается. Так что рекомендую. Рекомендую. И последнее, где покажу, это вот на планшете жены. Вот подключается он к планшету. Легко. И зарядка беспроводных наушников. Очень удобно.